Всего через пару месяцев здесь, на заводском шоссе 56, появится система видеонаблюдения. Жители получили сертификат на ее установку. Это позволит повысить безопасность в отдаленном микрорайоне, где очень много семей с маленькими детьми. Дети у нас вот очень довольны этим площадкой, очень-очень довольны. Детей очень много, по 200, по 150 человек каждый день, и родители, и все. Порядок у нас, не пьют, никто ничего, все соблюдают, курить даже выходит за детскую площадку. Люди очень активны, посмотрите, сколько у нас жителей, как бы старожилы этого района, они переживают за свой микрорайон, и они очень активными оказались жителями, и вот это инициатива, что люди сами берут ответственность за свои дворы, это работает на все 150%. Это один из трех дворов промышленного района, в котором скоро жизнь станет еще комфортнее. Уже на днях сюда приедут технические работники и составят график установки видеокамер. Самый главный результат – это то, что мы с вами, как граждане, да, я вот точно так же, как житель, мы приучаемся к именно, вот, знаете, к хозяйскому отношению, к своему имуществу, к своему двору, к своей вот такой вот малой, да, родине. А вот из этого складывается наше отношение к нашему городу, к нашему государству. Такие сертификаты получат всего 27 дворов города, по 3 на каждый район. Программа поддержки активных жителей обязательно продолжится. В городе разрабатываются дополнительные варианты поощрения дворов, которые сами вкладывают силы в наведение порядка. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.